Всем привет, с вами, как всегда, я Джеймс Мор, и это новая рубрика «Путь до границы». В общем, цель этой рубрики, дойти до границы мира. В принципе, логично. Так, сначала, наверное, мне нужно добыть все первые ресурсы и скрафтить с ним инструменты. Так, в общем, немного ресурсов я собрал. Получается, скрафтил каменный инструмент, и теперь можно уже идти вперед. Так, там мне нужно добыть немного еды себе, потому что без нее вообще никак. Так, я себе собрал немного еды. Это уже хорошо прям. Так, и можно идти дальше, спокойно идем дальше просто. Так, странный такой вход в пещеру. Таких я не видел, как будто бы это кто-то выкопал. Вот такой вот вход, блин. Что-то страшно туда идти, смотрите, тут прям ровно такой проход. Блин, крипово. Давайте пойдем. Блин, что-то крипово. Что-то мне не хочется тут ходить. Вот такой вот прям реально ровный проход. Блин, это прям странно. Никогда вот такого прям не видел в Майнкрафте, чтобы вот прям ровно вот так проход шел. Ладно, пройдем дальше. Так, тут паук уже спавнится. На, паук. Так, все, нужно быстро крафтить кровать. Все. Нужно не медлить. Не тупить. А действовать. Все, спать. В принципе, все. Так, забираю с собой верстак. Там горит скелет. Пусть он себе горит. Мы его трогать не будем. Короче, пойдем дальше. Ах ты ж, блин! Я не заметил, я пошел не в ту сторону, чуть-чуть на уменьшение. А так эти координаты уменьшаются, да? Да блин! Я что, не в ту сторону шел? Какого фига, блин? Не туда надо. Вылазим из лодки, короче говоря. И... Где лодка? Какого фига? Куда опять лодка пропала? Это что за магия? Куда, блин, пропала лодка? Ладно, побежали вперед. Пока еще что-нибудь не пропало. Так,
Вау. А вот это жестко. Да, куда я провалился? Вот это прям жестко. Вот это, наверное, на привыкшечку пойдет. Сейчас надо только вид от третьего лица сделать. Так, стоп, там зомби. Да, идут сюда. Так, сначала надо зомбами разбираться. Хоба. 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 Майнкрафт промастер. Нате. По башке. Сейчас можно спокойно делать типа скрин для превьюхи. Так, где тут? Видео. От первого лица, от третьего лица спереди. Все. Да, ё-моё. Вот так вот. Не, вот так вот. Вот так вот. Уф. Вот такой вот скриншот сделаю. Уф. Мощно. Все. Скриншот готов. Теперь надо опять включать. Да блин! Валим! Да куда бежать, блин? Куда, блин, бежать? Я ничего не понимаю с этим видом. Как вообще вот так играть? Блин, у меня пол хп осталось. Жал, блин. Проблема то, что в БТК Майнкрафте нельзя на паузу поставить. Вот это прям вообще жестко. Фух, чуть не упал. Вот это прям вообще тупо то, что в БТК Майнкрафте нельзя на паузу поставить. То есть даже если ты сделаешь вот так, игра все равно как бы продолжается. Это прям вообще странно. Так, блин, у меня голод закончился. Так, не понял, я что, печку оставил? Ну да. Походу, я не взял печку, либо ее вообще не крафтил. Так, ну что, крафтим печку. А, ну да, у меня 13 камня, значит, я печку даже не крафтил, получается так. Надо будет пересмотреть это. Этот момент. В общем, все. Ставим еду, это пока что не будем пережарить пока что. Так. И хилимся. Так, все, теперь должно. Теперь можно как бы отхилиться вроде как. Но что-то прям в Бедерк Майнкрафте что-то прям наш чел очень медленно хилится. Прям реально в Джавом прям быстро хилится, а здесь что-то медленно. Запись идет почти 22 минуты, но после монтажа, после того, как я там... Ой, блин, скелет. Заспавнился. Кровать. Спать. После того, как я все отмонтирую, короче, все сделаю как надо, видео уже будет длиться, ну, максимум там минут 15. А вообще, скорее, минут 10. Так, скелеты горят. Все, идем. Я вижу какой-то сундук. Это что за прикол? Это что, я увидел типа клад? Типа как почти читы такие? А нет, это портал. И тут три топора золотых. Зачем? На эффективность 3 быстро будут рубить, но они очень быстро, мне кажется, закончатся. Стоп, вот этот вот. Вот этот на неразрушимость 3, в принципе,
Острота 3, эффективность 3. Вот этот топор прям мощно будет фигачить. Прям дерево вообще он будет быстро добывать. Ну и один обсидиан. В принципе, нормально. А чё у меня чанг не прогружается? Эй, алло. Это чё, всё, что ли? Конец видоса? Ну это как-то тупо заканчивается видос из-за того, что у меня чанг не прогружается. Или это типа всё, конец мира? Ну, типа он должен быть как-то на миллионных координатах, вроде как. А не на 1200. Это такой прикол, что ли? Алло? Чё, чанги не прогружаются? Какого фига здесь происходит? Я ничего не понимаю. Это тупо. Давайте лучше чекпоинт поставлю, то есть я сейчас куда-нибудь пойду и умру где-нибудь, это будет вообще тупо. Да ё-моё, блин, как отсюда вылезть вообще? Давайте чекпоинт поставим. Хотя бы тут. Все. Точка появляется это. А, нет, все, чанки прогрузились. Бага никакого нет. Все, идем дальше. Что-то это вообще вот странно было. Вообще прям странно, но где лодка опять? Какого фига? Куда вечно девается лодка? Чё за бред? Ну, значит, как всегда. Палки, да ё-моё, я верстак не поставил. Зачем мне столько много палок? Целых 8 штук уже, блин. Так. Крафтим деревянную лопату и... из этого всего крафтим лодку, как всегда. И как всегда эта лодка исчезнет. Сейчас проверим топор. Быстро. Кстати, реально быстро. Так, давайте. Сесть в лодку. Ту-ту-ту-ду-ту. Это прикол такой. Опять чайки не прогрузились. Ну да. Мне кажется, что на этом видео лучше закончить. Потому что что-то тут уже какая-то фигня пошла. То, что чайки не прогружаются, какой-то бред начался. Что вот я прям долго. Вот я прям жду, не грузится до сих пор. Короче, я сейчас туда. Поплыву вот на этот остров. Да ё-моё. Вот уже и лаги какие-то пошли, FPS падает. Короче, все, я выхожу из лодки. Где лодка? Какого фига, блин? Кто вообще знает, что это с лодками? Напишите в комментариях. Потому что это за бред? Куда лодки пропадают? Короче, все. На этом я видео заканчиваю. Все ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!